Первое месторождение меди в России открыто в 1617 году недалеко от Соликамска, 5 километров выше по течению, в деревне Григорово. Завод был построен в 1633 году, однако из-за своего неудобного положения он так и не был запущен на полную мощность. Оборудование с завода переносят в находящийся ниже Пыскар, в котором существовало небольшое медное производство.